Долетаю уже. Я тут, блин, сейчас состарюсь в этом ОСе, ну ёбаное все. Ты уже старенький. Меня же бахнули, да? Ну чё? Я в ДД. Да? Дракона там держишь. Протеус тут маленьких танчик. А можно лапку? Спасибо. На крест не похуй, иди пуляй босса. Тринки не включайте, сейчас босса не тыкайте. На тенеброна оставляйте. Окей. Ну и это, с АУЕ поосторожнее, блядь. Если видите, драконы вышли, АУЕ не давайте. Из угла в угол побегай. Хай. Из этого угла вот в тот, да. Только долго не крути так. Так. У вас давай вот эти мелкие, это чисто твои. У тебя ярость, у нас мана просто уж кончится. Тенеброд, давай, набираю бро немножко. Из метки вышли. Геру. Скажешь? Геру, окей. Стена. Мелкие выйдут, смотрите, АУЕ не дайте. Протеус, второй дракон. Ахая бабл жмешь. Стена, стена. Ну себя похитить. Ладно, ладно. Там кто-то улетел, да? Ложитесь. Настя в хила. Хайк. Больше не улетай. Когда в прижимку идет к краю, отбегаешь к краю. Когда идет в этот. Как оно называется? Короче, блять, разуй глаза. Лава, блять, она здесь сделана для того, чтобы нубов вычислять. Давайте из разряда нубов повышайтесь. Ставлю рыбу. Три хила сейчас будет, блядь. Заходи в инвер.
Барбалюга, ты где? Пошли на сумму. А что с Бармалевой? Хуй знает, АФК. Так, может быть, там что-то случилось. До старости, походу, да? Да я, блядь, хуею. Он заходит, заходит, не надо. Не ловить КД пан. Просто на челику там, да. Сейчас, сейчас, сейчас. А Бармалюгин патики. Где он заходит? У меня хайк лагает, на месте прыгает. А вылетел. Дракончик захуярил, да? Креветка, тебя дракончики маленькие захуярили? А чё, ты АУЕ дал или чё, или просто сагрились на тебя? Он же хил. Они агрятся на хила сразу же, как вылазит. Тотемы, значит, ставьте с корнями, блядь, чтобы не захуярило хила. Но они вот где-то вот тут, где труп появляется, вот тут вылазят. И они большой кучей такой широкой вылазят. И как бы уже, блядь, ретрики уже разольете, лучше пускай вас пиздит, блять, это прожмете там БЗ или чё, блять, чем шаманов, блять. А что на тебе висит час целый, блять, хуйня, не лапа? Проще на той стороне, ну не знаю, смотри сам, право, лево, смотри, с какой стороны лужа и как тебе от нее избегать. Давайте первым.
Стена, стена, не улетаем. Сейчас еще один прилетит. Протеус, по-любому надо тебе его забрать. С меня забрать причем. Лужку кто-нибудь разлепить? Точечно тени брона. И ретрик какие-то, ретрик лужа. Лужа, лужа. Ой, лавочки. О, фига ты. Быстрее дракона. Ауе. Огненная стена. Давайте повернитесь, убейте все мелкие, которые на меня летят. Все завыешьте. Клапки больше нет. Потом дракон. Ведь ладно, танк держит. Стена, стена. Трэш, трэш, все сосредоточьтесь на мелком. Кречка, а что с тобой? Встанешь? Вставал, Кьюз. Да, Иннер Войд. Блин. А чё за дебаф у Шатрона? Чё он делает? Невосприимчивость. Ученик его дает просто. Так, вставай. Портал. Сейчас лава пройдет в портал. Убить ученика, а потом босс. Так, Ахая остается? Я сделаю. Я хуй знаю. Ну, кто-то, конечно, остается. Все, блять, мобов ебашим. С танка снимаем. Вначале схема. Вот этих всех, вот эту лаву всю зауешить надо. А, Хаек, раскинь прям под трэш мобов. Ой, под трэш раскинь лужу. Протеус, иди босса забери, а ДК иди сюда, ЛПшками агри маленький. Иди босса у него забирай. Сейчас он заберет сначала. А ты эту парашу иди подводи под босса.
Царик, ты знаешь, что на босса нужно вешать синюю джагу? Вот у нас у всех многих МП. А если бы ты кинул синюю джагу, мы бы ее восстановили. И у тебя безупречное правосудие появится, баф. Быстрее кастовать будешь с этим босса. Чё, Сарик, паладина не знаешь, как играть? Учится он. Mm-hmm. Он же еще вчера первого уровня был, или когда-то. Он пишет, я эрдромастер. Фломастер. Я заметила, что вас у нас вообще серфер. Ну как там, серфингист, кто там? На волне, каждый волну ловит, вот прям. На отдыхе. Хоть штаны не упали. Так, новуха вместо вас GL получается. Хая на пана. Ну или это. Или друидом, если пойдешь. Посмотрим. Ну и ДПСеры там. А. Так, пухаек. Минус. Креветка на мага. Настя, вот ты куда ушла? На паладина. А. Мы же не сходили. Ну зайди, сейчас посмотрим. Сейчас я только. Я в хиле, да? Или депонатор в хиле? Сейчас посмотрим, наверное, два пала. Ну, ты скажи, я этот. Так шмотки переодел. Ну, у тебя ретриком ты что там, 3к лучше тебя в хиле. Вы с депонатором нормально зайдете. 4000 дам. Постараюсь. Нужен хпал. Лемы там профитнее будут, чем милик любой. Они в этой луже стоят, и они больше по боссу дадут. Получается, Протеус. Ну ты потанчишь, да, по сути, тебя не сбреет. Так что нормально. Тебе надо что-то с десятки навара, или может напало тебе надо? Хуй знает. Так. Заходи.
Так, а кого тогда свичнуть, блядь? Кому тут ничего не надо, блядь? А ты не мороси, ты топ ДПСер, а еще и РДД, и этот самый, как он называется? Или Хайка свичнуть, или Пана, не знаю. Кому с вас что-то не надо или что-то? Там по Атеосу лобается или что? А, упал он или что? А что у Дениса роли нет, что-то они в курю, или это не Денис? Денис, это ты? Вот этот вот пан. А что у тебя роли нет? Как вообще? Новый этот самый аккаунт или что? Пан ушел в другую, в рейд. Короче, Хаек, тебе тут что-то надо? Бля, пиздец, ну вы чё? Короче, послакай. Эрдру возьму. Так, по хилам получается. У кого Грейдрик сильнее, Дюпонатора или Насти? Настя, не нахилить будешь? Дюпонатор. У меня 204, у него очень. Дюпонатор у тебя какой? Никому, кроме синих драконов, не. Чего вы не в инсте? Заходите в инст. Возможно, это происки экстразы. Что ж, значит, она послала вас на верную смерть. Ну давай, Дюпонатор Ретрика. Настя с Ариком хилить. Сейчас на льду готовьте персонажей, значит, Настя шаманом пойдешь, я пойду паладином, Денис, пойдешь, наверное. ДК, у тебя там танк есть на ДК? Или еще не собранный? Ну, ДК, наверное, потому что пала на основной рейд. О, креветка, вот я-то и не знаю, блядь, кого-то. Кого сумон?
Готовьтесь, сейчас будет сложно. Джейл, ты здесь и тут? А, Джейл, это самое. Тут сложно будет с искрами. Если будешь на полу, надо будет притяжку дать. По возможности. Потому что они летят со скоростью 1 000 000 км/ч. Блять, заебался вас умонить. Они их ускорили. Пиздец просто. Кто еще? Кого смог? Все, пошли. Бафами. Я дам вам шанс. Присягните на верность мне, и, может быть, я не уничтожу вас за вашу наглость. Терпение лопнуло. Рад вас избавиться! Сарик этот, как обычно, на креветку постоянно жизни цвет или что-то он сакает. Из трусов летит. Он ее съест. Танчу, я ее танчу. Сейчас я ее только танчу. Че, мне прожаться или он не сотнит меня? Очень на всех. Так, со звездочки я этот затанчу. Остан КД. Да, очень медленно летит. Да, медленно летит, так же, как и были. Мы ходили недавно. Может, они, блядь, вместе с Наксом исправили? Ромбик. Но я буду поворачивать, бегите только вместе. Я все делаю. Гарты, что-то такое.
Не, не зачем. С печеньки летит. А ну, воткни на плес. Да все нормально. Я тебе могу к сверху не понять. Но я их застрелю. Ты на нем не стакаешь из-за цвета вообще. Это ну глыбу нажми. Вон. Чё не пьёт? Сейчас Арик откатится. Ну, все, не надо. Я хуй пойму, жертва помогает или нет. Ну вот сейчас я ее прожал, но я не понял, ее хуярь помогла им или нет. Да-да-да. Ой, блядь, все, пизда мне. Я скажу. Да, отлетаем влево. Летит, летит, смотри. Отлетаем. Нормально, выживи. Отлетаем. Кучки не отстоять. Чё это? Отлетели, отлетели.
Тварик. Ставился на Марс. Отлетели, все кучи. Так, тут там отдельно. О, убили. Итоги войны чрезмерно печалят меня, но разрушения и колоссальные потери жизни должны были быть остановлены. Несмотря на последние прегрешения Маргоса, я буду оплакивать его. Когда-то он был заступником, защитником. Сегодня пал один из сильнейших этого мира.